Республика Калмыкия, Московская область, Липецкая область и многие другие. Здесь стенды в виде архивных фото и документов рассказывают историю геноцида на оккупированных советских территориях. Каждый регион вел поисковую работу. Было изучено, опубликовано и рассекречено около 5800 документов, доказательств преступлений немецких захватчиков. По истории оккупации была издана 25-томная книга. Вообще уникальность этих документов, она очень большая, да, то есть, во-первых, это действительно такие события, да, что все шло вот против мирного нашего населения, да, советских граждан, да, в период Великой Отечественной войны. А об этом все рассказывается в постановлении, в приказах, указах, да, в протоколах, в рапортах. А также в фотографиях. Смотреть на них равнодушно невозможно. Посетительница выставки Розалия Минабуддинова уверена, экспозицию необходимо увидеть всем. И, может быть, мы поймем все-таки, как бы трудно не было тем, кто не был на территории оккупации, а те, кто пережил это, каково было им. Это надо знать. Передвижная выставка побывала в Мамадыше, Кукмаре и Набережных Челнах. В Альметьевске она пробудет 10 дней, затем отправится в Лениногорск и Чистополь. Рената Светгараева, Шат Бахтиев, новости Юго-Востока.